20 вагонов товарного поезда сошли с рельс, один из вагонов опрокинулся. Как итог, одна из цистерн с дизельным топливом воспламенилась. Такой стала легенда прошедших учений пожарно-спасательных частей управления МЧС по Ульяновской области. Плановые учения провели на железнодорожной станции «Ульяновск-3» в Засвияжском районе. На месте оперативно развернули штаб пожаротушения. Спасатели облачились в костюмы тепловой защиты и пытались охладить емкость цистерны. С поставленной задачей справились. В ходе учения поставленные задачи личным составом местного пожарно-спасательного гарнизона были выполнены. Также проведена отработка взаимодействия при ликвидации последствий ЧС и проведении аварийно-спасательных работ при пожаре с персоналом объекта и другими видами служб. В учениях приняли участие 35 человек и 7 единиц техники. А главная задача подобных мероприятий – определить готовность подразделений к ликвидации последствий ЧС и отработать взаимодействие со службами ЖД-станции. Анна Тищенко, Улправда ТВ.